Даже такая скромная по сравнению с другими периодами цифра дается нашим военкоматам с трудом. Здоровье призывников оставляет желать лучшего, а потому работе военно-врачебных комиссий особое внимание. Войска не должны отправиться те, кому не положено этого делать по состоянию здоровья. Нужно дать доучиться и студентам. Потому основная масса оренбургских призывников поедет служить не раньше конца мая, середины июня. Однако в последнее время все больше обращений с просьбой отправить в армию, даже несмотря на сложности со здоровьем. На имя губернатора, как председателя призывной комиссии, сюда, вот в областной военный комиссариат, поступают заявления: хотим служить, возьмите служить. Тех, кто прошел ряды вооруженных сил, охотнее берут на службу в правоохранительные органы, в силовые структуры. На них смотрят, скажем так, с большим вниманием, когда принимают на государственную и муниципальную службу. И поэтому действительно некий такой бум начинает разрастаться. Он пока еще не принял масштабы такого общенационального характера, но заявлений много. И вы знаете, иногда, к сожалению, мы вынуждены отказывать. Ну нельзя по состоянию здоровья, ну не может призывник служить в вооруженных силах России, потому что медики говорят, не положено. Такие действительно заявления есть, и честно скажу, мы им искренне рады. Мальчишки хотят служить, это значит, что они хотят быть настоящими мужчинами.